Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня мы будем листать 13-й каталог Фаберлик. Оставлю вам свои отзывы, остановимся на самом интересном. Итак, поехали. Тринадцатый каталог у нас действует с вами 3 недели, в этом плане все нормально, и судя по голосам, большинство выбрало именно каталог для зарегистрированных покупателей. Кто не знает, у нас теперь есть возможность приобретать 2 каталога: каталог для покупателей, для зарегистрированных консультантов, и обычный каталог с обычными ценами без скидок. В этом каталоге скидка 20% уже указана, напечатана на всю продукцию. Так как меня смотрит большинство именно консультантов, конечно, это удобно, но у меня лично и наверняка у некоторых из вас есть скидка 26%, да, поэтому для нас цена будет еще дешевле. Ну, а кто не зарегистрирован, тому будет интересно посмотреть, какие цены со скидкой. У нас сразу с вами новинки. Новинки классные. Это здорово. Коллаборация с компанией из Германии, как ни странно, да, и формулы на 75% состоят из натуральных ингредиентов. Подходят для веганов и не тестируются на животных. Обязательно будем брать. Мне безумно нравится этот формат. Мне безумно нравится оформление. Это карандаш для лица, который мы можем делать контуринг. Консилер у нас здесь. В общем, здорово. Давно хотела именно в формате карандаша. Попробуем. Возьмем с вами обязательно какой-нибудь оттеночек. Он представлен в 2. Навряд ли я, конечно, возьму ванильно-розовый. Скорее всего, это будет вот этот. Хотя в ванильно-розовом мне больше нравится 2-й оттенок. Посмотрим. Буду выбирать. Посмотрим, как они будут выглядеть на сайте. На сайте может быть немножко подостовернее оттенки. Дальше у нас с вами помада, карандаш для губ, что тоже здорово, что тоже классно. Да? У нас здесь, кстати, возле каждого продукта еще указывается количество баллов. Баллы для чего нужны? Мне периодически на Ютубе поступают такие вопросы, как можно использовать баллы. Баллы уже никак нельзя использовать, они нужны исключительно для маркетинг-плана, чтобы набирать определенное количество баллов, получать выплаты на личный счет или зарплату. Да, поэтому так, оттенков великое множество, тоже обязательно какой-нибудь с вами возьмем, потестируем. Дальше у нас двойной карандаш для глаз, что тоже очень классно, много интересных оттенков, что-то будем обязательно брать. На этой, кстати, странице у нас подробности, почему, что и зачем такой каталог. Да? Кому интересно, можете нажать на паузу, почитать. Баллы и так далее, ваша цена после регистрации, которая станет доступна. То есть, кто с умом подойдет к этому вопросу, можно привлекать именно регистрации в свою структуру. Кто не работает на регистрации, а именно работает на выгоду между ценой консультанта и ценой каталога, ну, не заказывайте такой каталог, не показывайте клиентам. Кто нужно, все равно на сайте посмотрит. Так, дальше у нас с вами новинка прошлого каталога. Это жидкий пигмент для губ. Он неплох, он интересный, побаловаться можно. Достаточно такая неплохая стойкость, если дать ему немножко на губках поработать, впитаться и так далее. Можно потом вытереть салфеточкой, и будет очень достойно, классно. У меня гранатовый, другие 2 оттенка не пробовала, но тоже видела, они смотрятся неплохо, прям вот неплохо. Я думала, они будут рыжить или еще что-то. Нет, все отлично, все в этом плане нормально. Про купоны хотела еще продублировать, много вопросов, тоже купоны все закончились, просто кто-то думает, что они теперь каждый каталог, нет, все, купоны закончились, про них забыли. Буду брать еще тушь First Class, потому что сейчас поняла, что все-таки Miss Curl классная, но от First Class у меня только улетные ресницы, поэтому обязательно возьму себе парочку по такой цене коричневого оттенка, да, и положу в холодильник. Miss Curl тоже классная, здесь действительно нет объема, здесь нет, здесь есть удлинение и подкручивание, да. Она позволяет себя наслаивать, а реснички разделенные идеально, естественные, как бы в этом плане все отлично. Кто любит силиконовые кисточки, присмотритесь к туши Miss Curl. Я тоже раньше любила силиконовые, но сейчас прям First Class обычную кисть обожаю и супер. Про карандаш я вам не рассказала в прошлом каталоге. Раньше, до татуажа бровей, у меня был карандаш, я уже забыла производителя, он один из любимейших. Прям я годами им пользовалась, и вот он именно такой треугольный грифель имел. Это безумно удобно, на самом деле, это очень удобно. И его здесь достаточно много, поэтому кто пользуется карандашами для бровей, вот именно такой формат я считаю идеальным на самом деле. Всего буду брать еще реснички, потому что хочется иногда побаловаться, а у меня... оба моих набора куда-то пропали. То ли дети заиграли, то ли куда-то завалилось. Я никак не могу их найти, уже перебрала все. А иногда прям хочется вот приклеить и ходить, и не краситься. В общем-то, да. Что касается серии Green Karma, мне она очень нравится. Особенно я хвалила вам гель для умывания. Да, 319 рублей со скидкой 20% он будет. Он шикарнейший, его достаточно много, он очень здорово даже макияж смывает. Серия гиалуронка, многие девочки на нее жалуются, что высыпания. У меня высыпания были. Подкожники появлялись только от тоника.
От кремов нет, и от концентрата нет, и от мицеллярки нет. Я советую эту линейку оставить на осень, на позднюю осень, на холода, потому что действительно летом в жару, и вообще гиалуронка, она как бы, ну, может обладать таким эффектом. Не у всех почему-то, но может. Поэтому здесь поаккуратнее, но серия на самом деле работающая, она очень-очень крутецкая, я вижу от нее эффект прям супер. Можно начинать потихоньку запасаться кислотами. Да, в октябре где-то я лично приступлю к этой серии. У нас трехшаговый глубокий пилинг АБЦ. Первый шаг – это, собственно, сама кислота. Второй шаг – что-то типа гаммажа, энзимный микропилинг. И третий – крем. Я этот крем никогда не беру, я пользуюсь своим уходовым. И вот смотрите, набор один у нас. Пилинг плюс микроэмбразия – 599 рублей. Это очень хорошая цена, и высокий балл еще за него дают. Я, скорее всего, возьму себе в запас. Смотрите, 8 баллов, да, а стоить по факту он будет, ну, мне с моей скидкой 200 рублей 500. 500, там, 30-40. Отличная цена для этих двух шагов, да, и серия действительно работает, кислоты нам всем нужны, особенно девочкам со возрастной кожей, ну, то есть я имею в виду 30+, да и 20+, они все нужны, они действительно способствуют омолаживанию, осветлению пигментных пятен, у меня всегда эти средства есть в запасе, и осень, зима и ранняя весна я прям пользуюсь. Оксидерапия тоже по неплохой цене, пока можно взять ее, попользоваться, пока нельзя кислоты, карбоксидерапию можно в летнее время года, я с удовольствием пользуюсь, у меня еще есть запас, тоже работает изумительно, и есть и высветляющий эффект, и упругая кожа после всех трех шагов, да, классная, кто боится такие деньги отдавать и боится, что не сработает на нем эта серия, да, можно взять мини-формат, побаловаться, посмотреть заодно, подойдет или нет. На пилинг очень хорошая цена, возможно, возьму в запас, 359 рублей, отличненько прям, скидочка. Смотрите, сколько стоит кушон с 20% скидкой, то есть уже разница такая, видите, весомая, на кушон тоже всегда хороший балл. Маски. Я никак не могу добраться до последних двух, точнее, нет, вот эту мы с вами уже розовую пробовали. Какие у нас две последние? Авокадо еще что-то. Я уже забыла, в них запуталась, девчонки, но хочу сказать, последние они получше, чем прежние. Прежние я вообще не любила, вот просто не любила. Ну и лекалом. Фаберлик делает, конечно, несуразное, честно говоря. Немножко вот над лекалом им надо поработать. И заломы из-за этого на лице появляются. Да, есть такой момент, но новенькие маски получше, однозначно. В парфюмерии не взяла розу и пожалела. Многие хваливают, сравнивают ее с зелененьким парфюмом из восточной линейки, да. Но говорят, что он немного кислее. Вот эти два парфюма нет, я носить не буду. Для себя решила, мне не нравится. Либо задарю кому-нибудь. Не знаю, либо как освежители будут стоять, да? Что касается парфюмерии, можно уже выбирать что-то послаще на осень, как бы. Есть парфюмы Фаберлик, которые заходят. Вот зеленый заходит вообще на ура. Красный у меня стоит, ждет зимы. Нет, он пока тяжеловат. Зеленый — это закос под императрицу Дольче Габбана. Да, они не стойкие, да, но за такую цену, как бы, чего мы хотим. Желтый Ценкин Оцелот, классная линейка с обалденным ароматом, мне очень нравится. Мне нравятся Event Adventures тоже ароматы. И восьмой элемент. Ну, в общем, и мужские ароматы как-то больше заходят, нежели женские, на самом деле. Мужских вот как-то достойных больше, чем женских. Бальзам для стоп, гладкие пяточки со скидкой уже, представляете, 127 рублей подорожал. Он, помните, мы его когда-то за 99 брали. Но он обалденный. Кто не пробовал, обязательно возьмите. Для сухих ручек, для сухой кутикулы, для сухой ножек. Там 30% глицерина. Шикарно вообще. Просто защищает. Дейзики пока в запасе есть, а так они тоже классные. Они действительно защищают, но вот этот спрей, он удушающий, когда распыляешь. Так нормальный. И у нас с вами антипреспирант для ног с хорошей скидкой. Где мой любимый винотоник? Вот мой любимый винотоник. Он у нас по 159 рублей уже со скидкой консультанта. Пока на него хороших скидочек нет. Мимо красочек прохожу. Серия Салон Киа мне давно начала пушить волосы почему-то, хотя раньше была любимая, одна из любимых. От серии Эксперт перепробовала практически все. У меня чешется голова жутко. А вот серия Марушка вообще зашла на ура. То есть каждому свое, у кого-то от Марушки, наоборот, бывает какой-то дискомфорт, да? Цены классные, работает супер, волосы шикарно блестят, выглядят живыми и вообще огонь. Как мне хочется эту расческу. Но я посмотрю, потому что вот за такие продукты очень жаль, что Фаберлики дают всегда низкий балл. Вот всегда, никогда не бывает он даже хотя бы полным за такие продукты, да, поэтому прохожу мимо таких средств. Есть они дешевле в других магазинах, да, мимо таких
помимо техники домашней, скажем так, да, но попробовать вообще очень хочется. Классная новинка, удобно, включил расчесочку, выпрямил, где тебе надо, если она действительно выпрямляет. В общем, посмотрю, буду брать или нет, потому что, конечно, дорого, можно подешевле такую вещь найти однозначно. Мы с вами уже затарились, да, по купонам. Что хочу сказать про витамин С и цинк. Вообще обалденная под девчонки. Я витамин С в любых проявлениях люблю. С удовольствием пропиваю. 40% на него будет в этом каталоге. Тоже нормальная цена. Витамин С как внутрь, так и наружу, он очень прекрасно работает для омоложения. Внутрь для бодрости. Вот я когда пропиваю витамин С, я чувствую себя прекрасно, даже если не высыпаюсь. У меня почти такой же эффект от секретов Востока. Но там совсем другое, конечно, действие. Он придает бодрости, он придает энергию витамину, а еще витамину организму еще и омолаживает. Слушайте, на кофе тоже хорошая цена. И утро, и день 319, но у меня будет где-то 300-299, наверное, со скидкой 26%. Надо брать еще. Надо брать еще. Закончилась у меня приправа для сочной курочки. Я так ее люблю, она такая душистая, ароматная. Обязательно в этом каталоге возьму еще. Прям улетает на ура. Буду брать на 6. Смотрите, красные ценники у нас. Ой, желтые ценники. На любые два ножа Сантоку, то есть мини и большой. Я, скорее всего, их и возьму. Хотя вот тоже даже со скидкой вообще не дешево. Но мне так нужен такой нож. У меня такого нет, а он мне нужен. Я на них все смотрю, смотрю, жабы души тушат. А отзывы хорошие, вроде этим пользуюсь, универсальным под номером 3, который он неплох. А эти прям вот дорогие. Дорогие, я бы взяла на самом деле под номером 1 и под номером 2 себе. Но видите, скидки на эти, а номер 1 у нас будет 799 рублей. Прям совсем дорого. И тоже вот за такие продукты Фаберлик дают низкий балл. Вот это, конечно, раздражает. Особенно если вы за баллами следите. Вот такую терку хочу себе возьму. На эту долго смотрела, читала отзывы. Не знаю, девчонки, напишите, действительно ли очень прям удобно, действительно ли это классно. Я все на нее смотрела в распродаже для дома. И прям мне сомнения терзают. Но для чеснока возьму обязательно. Порошок 359 рублей со скидкой 20%. У меня где-то 320 рублей он обойдется. Это нормальная цена для концентрированного гипоаллергенного порошка, который подходит даже астматикам, который в то же время отстирывает. Скорее всего, возьму еще про запас. У меня один только стоит, остался. Да, и посмотрим. Посмотрим по баллам. Скорее всего, возьму. Так, что у нас по кондиционерам? Кондиционер тоже только один в запасе. У нас будет с хорошей скидкой органа. Скорее всего, ее и возьмем. Я очень люблю кондиционер Sensitive. А, у нас, смотрите, нет, много-много ультракондиционеров по хорошей цене. На 5 низкий балл. Мне очень нравится Sensitive. Да, он тоже будет. И очень нравится детский. Я их прям выделяю. И по аромату люблю органу. Кто-то из девчонок сегодня на YouTube написал, что органа пришла с другим запахом. Нет, у меня пока такая же. В этом плане все нормально. Хочется, знаете, каких-нибудь новиночек для дома, новых ароматов. Но это теперь, наверное, к зиме. Туалетной бумаги, скорее всего, еще возьму. Хотя у меня штук 5 в запасе, но это дело, оно нужно всегда, как говорится. Да, любимой нашей кубки с вами так и нет. Про салфетки расскажу, да, немножко. Влажные, чистящие, без пятен. Уже рассказывала в пустых баночках, что они великолепные. Вот у меня Крестюшка, когда ест пюрешки, да, я вам каталог показываю, вам цен не видно, что Крестюшка, когда ест пюрешки, она, которая выдавливается из пакетика, может на ковер что-то капнуть, что-то уронить. Они яркие, особенно фруктовые, да и овощные тоже. Их тяжело оттереть, обычно салфетки не справляются. А вот эти, Нора, взяла салфеточку, подтерла, все, ковер светлый, светло-серый, белый. И все прекрасно, все идеально. Поэтому у меня теперь вот такой must-have. Не для животных я их использую, а именно вот в уходе за ковром, когда его испачкает Крестюшка. Так, в конце каталога у нас как бы с вами беру все распродажи. Давайте посмотрим, что здесь интересного. Мне такая тушь не очень нравится, но знаю, у нее есть поклонники. Блески Фаберлик я вообще не люблю, они все липкие. Лаки, наклеечки к осени, пока лежат, ждут своей пары. Парфюмерия. Кстати, многие девчонки любят аромаманию, особенно ее миксовать. Цена приятная. Ароматизированный парфюмированный гель для душа. Здесь советую попробовать у Феерика и Мансуэли. Вот этот оранжевый. Сняли этот парфюм с производства. Самый такой вот для меня обалденный был Фаберлик. А малышки по хорошей цене 30 мл. О, серия Пик. 55% скидка. Мужская парфюмерия. Блум мне не нравится. На мне не работает. 35+, я в свое время брала. По мне как вода. Вербена. Здесь мицеллярочку можно взять. Мицеллярка здесь лучшая. Вот она. Так, почем мицеллярочка у нас? 167. А 159 рублей вообще шикарно. Она маленькая, но она классно не щиплет глазки. Все отлично. Делайн.
Ботаника. Суперфуд мне тоже не нравится серия совсем. Вот эти гели классные, эти тоже классные. Можно на подарочки сейчас к 1 сентября, у кого успеет заказ прийти, взять. Да, Витамания. И подарок для зарегистрировавшихся в этом периоде консультантов будет вот такой подарок классный. Это уже серия для дома, и здесь супер, смотрите. И порошок, и пятновыводитель жидкий, ультракондиционеры для белья, восточный пион. Прям хороший подарок, который всегда нужный. Условия все прописаны, на 1500 всего надо в ценах каталога сделать заказ, чтобы его получить. И стартовая программа сейчас для новичков возобновилась, подарки суперские. Поэтому, кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео, проходите, регистрируйтесь, буду с вами всегда на связи, помогать. Ну, на это все, мои хорошие, всех люблю, целую, всем пока-пока.